12 декабря жители Стаханова открыли памятник командиру 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка народной милиции ЛНР имени Матвея Платова, полковнику Павлу Дремову и погибшим казакам. 2 года назад на трассе Первомайск-Ирмина произошла трагедия, которая стала общей бедой для всех жителей Луганской Народной Республики. Погиб Павел Дремов, достойный командир, незаменимый друг и заботливый муж. Тысячи людей замерли в ожидании того, что это досадная ошибка. Каждый в душе надеялся, что это неправда. Увы, Павел Леонидович погиб. Честность, преданность народу и справедливость – это все о нем. Сослуживцы, близкие и простые стахановчане почтили память легендарного командира, у памятника, открытие которого состоялось 12 декабря, ко второй годовщине его гибели. Павел Леонидович был настоящий лидер. Эти люди, такие как Павел Леонидович, делают историю. Поэтому скажу его словами. Он всегда любил их повторять. Про все войны в нашей истории. Памяти павших будем достойны. Спасибо. Сегодня, в этот день, от лица командования и от себя лично, хочу сказать слова благодарности стахановской земле за такого командира, великого командира. Мы все прекрасно знаем и знали, если Паша принял задачу, то она будет выполнена. Не было ни одной задачи, чтобы Паша ее не выполнил. Поэтому я его запомнил как великого человека и великого командира. К сожалению, его не стало, и это великая утрата для народной милиции. Спасибо. Он один из первых взял в руки оружие и встал на защиту нашего города. И мы не умели воевать, и самое главное было сохранить все-таки жизни наших ребят, с которыми мы стояли плечом к плечу. И я считаю, что он это сделал. Он заработал вот именно такую память. Соответственно, памятник сегодня, мы наблюдаем, здесь стоит. И в целом все бойцы вспоминают его. Характеризую одним словом, батя. Это дорогого стоит. Расскажите, кому принадлежит идея создания композиции памятника? Всем нам. Скажу честно, это народное творчество. И скажу честно, оно получилось, мое мнение. То есть, в принципе, вначале было задумано, мы потом уже в конце дорисовывали, додумывали, допринимали. Ну, так вот получилось. На какие средства? Свои собственные. Полковые, батальона. На собственные. Ну, я смотрю, вот здесь не только Дрюмова получается. Это те, которые у 1-го батальона погибшие. Так как находимся на 1-м батальоне, то все погибшие, большей частью погибшие, которые это 1-го батальона.